Множество флакончиков с гель-лаком всевозможных расцветок. Яркие и красочные образцы дизайна. Девушки практикуются в искусстве маникюра друг на друге. Учатся различным техникам росписи. Занятие по душе и в то же время – это обычный урок в мастерской производственного обучения. Это очень творческая профессия. Мне безумно нравится рисовать. И безумно нравится рисовать на ногтях. Сейчас у нас связано обучение именно с ногтями. А дальше мы перейдем к парикмахерскому делу. Это тоже как площадка для творчества. Я бы очень хотела быть колористом. Выбрала эту профессию, потому что я считаю, что это просто разгон для творчества. Можно придумывать, рисовать, писать что угодно и делиться своими какими-то мыслями. В будущем планирую быть мастером. И надеюсь, что очень хорошим буду мастером. Можно даже попробовать открыть студию с кем-нибудь из девочек. И таких талантливых будущих профессионалов на различных специальностях в колледже сферы обслуживания обучается более 400 человек. В наше время продвинутая молодежь имеет практичный подход к выбору профессии. Большинство ставит своей целью освоить такую специальность, которая будет востребована на рынке труда и позволит заработать деньги. Через руки опытного мастера-преподавателя Евгению Курачевой парикмахера с огромным стажем прошло множество талантливых ребят, которые нашли здесь свое призвание и по сей день остаются благодарными. Я работаю с 87 года, уже много лет мастером, выпустила очень много групп, конечно, и вот куда не зайдешь в парикмахерскую, по распределению, куда детей отправляешь, и везде встречаешь своих выпускников. Приятно, помнят, звонят. Приезжают гости, даже показывают у нас иногда мастер-класс. Вот новым. Сейчас опять новая группа. Группа на уровне ПТО, это профессионально-техническое образование. Поступают они сюда, конкурс балл-аттестата. Конечно, аттестаты у них очень высокие. Брестский государственный колледж сферы обслуживания предлагает сегодня востребованные специальности бухгалтера, модельера-конструктора, парикмахера, мастера по маникюру, портного, швей, закройщика. И это далеко не полный перечень. Учащиеся добиваются серьезных успехов в различных республиканских и международных конкурсах. И на данный момент количество желающих поступить сюда постоянно растет. А средний балл аттестата на некоторые специальности стартует от 8. Обучаются у нас не только учащиеся города Бреста и Брестской области. В последнее время у нас также обучаются учащиеся с других регионов Республики Беларусь, с Минской области, Гродненской, Гомельской области есть учащиеся, также есть учащиеся с Украины. В основном востребованы на сегодняшний день специальности – это парикмахер, художник-модельер. Конкурс большой, значит, на уровне профессионально-технического образования экзаменов у нас не предусмотрено. У нас идет конкурс среднего балла аттестата школьного. Еще я думаю, что имидж учреждения складывается из того, что проводится много различных конкурсов профессиональной направленности. Поступая в Брестский государственный колледж сферы обслуживания, учащиеся получают все возможности, связанные с выбором востребованной профессии. А самое важное, здесь есть простор для творчества и самореализации.